Всем привет, ребят. Ну что, опять мы на этом нубо аккаунте, нубасика. Будем пробовать сейчас добить эту имбу. Забрала еще два пака. Ну, обычные паки, там, где есть пыль, потому что я только пыль ван лав. 45 штук у нас, то есть, по сути, это мы добьем шкалу, повезет, не повезет. Ну и пооткрываем плюхи, которые у нас остались, и пошаримся еще по ее аккаунту. Окей, поехали. Поехали сюда. Интересно, интересно. 9 попыток получается. Как думаете, соберем, не соберем? 9-я эмблема. Зефирка. Зефирка. Зефирка, ну тут 5 осколков дала всего лишь. Еще одна. Еще одна. Еще одна. И ебой. Вот это батька, ребят. Короче, мы это оставим на потом. Поехали открывать плюхи. Интересно, что у нас сейчас выпадет. Выпала она нам или нет. В общем, к этому мы дойдем. Поехали посмотрим, что у нас собралось по плюхам. И потом будем или радоваться, или расстраиваться. Посмотрим. Так, дискаунт. Ну, давайте жахнем. Вот так вот, минус 50. Ну, тут бессмысленно что-то брать. Кулаки продают, 2000 камней. Ну, в общем, все уже копейки, по сути, стоят. Такс. С этим мы разобрались. Поехали, пооткрываем плюхи. Что у нас интересного есть? Кучу камешков. В принципе, я думаю, у нее тут камешков хватает. Давайте пооткрываем сундуки. Куча рунок падает. Вот нравятся мне пятые, шестые сундуки. Они реально топовые. Кучу плюх для прокачки героев можно получить. Ну и, соответственно, прокачать нормальный аккаунт. Это самая топовая тема для прокачки ака, особенно прорывов. Так, поехали дальше. Чик. 10. 10. И еще раз 10. Вот так вот. Я не знаю, сколько там уже дрога. Давайте посмотрим, найдем где-то яйцо. Сейчас зайдем, скины прокачаем. Санлорд. Все остальные. Хотя я думал, что у нее побольше скинов. Такс, здесь мы были. Поехали дальше. Кстати, надо посмотреть. Она говорила, у нее тут эмблем дофига. Сейчас мы посмотрим, насколько дофига. Вот красные камешки для прокачки скиллов. Отлично. Сейчас пойдем я еще 13-е скиллы повкачиваем на некоторых нубогероях. Все такие в ожидании, блин, реально будет, не будет, будет, не будет. Мне самому интересно, вытащили мы дофига. Дофига просто только что зефирок, ну, осколков. А нам не хватало 20. Потом осталось, мы 5 вытащили, осталось 15. Вот интересно, сколько у нас там осколков упало? По одному, по два. Если по два, то в принципе не соб... Ну, плюс-минус, если по одному. Ну, посмотрим, в общем. Чё, гадай. Думаю, это будет интересно. Так. Раз-два. Отлично. Так, что у нас тут? Это рандомные. Так, девятое. Давайте посмотрим сейчас. Так, где этот нубоскладик? 16-е, 11-е постройки. Это ужасно. Ну, кстати, давайте в подплазу забежим. Вот посмотрите, сколько. Ну, вот вам английский сервер. Панчбокс еще не докачан. У-у-у! Это ужасно. Ну-ка, давайте посмотрим, насколько нам хватит дрогу.
Нормально так дрога качается, да? Мана хоть есть? Есть. У нее дрога, наверное, еще будет выше уровнем, чем мой. Сейчас посмотрим. У меня 22-й, по-моему, на основе. Почти максимального качнули, ребят. Почти. Блин. Горло уже дерет. Так, ну, 32 уровень. Неплохо. Так, что это за 9000? Это вообще ужасно. 9 уровень. Неплохо. 65. Урон на 4 секунды. Атака плюс 100%. Нехило так, не кисло, не кисло. Такс, хорошо, с этим мы разобрались. Что это за сумочки? Давайте откроем. Эмблемки тоже интересная тема. О, пакт, нифига себе. Еще один пакт, два пакта. Водушка, отлично. Ремочка 9, обалдеть. Так, пророк, борца, третий пакт. Нифига себе, пактов им падает еще одна. Ну, в принципе, неплохо. Водушка, ремка есть. Так, где там ее складик? Давайте посмотрим, что у нее вообще делается по эмблемам. Например, восьмые. Ну, восьмых ремок тут тоже. Ну, тут нормальный аккаунт, я уже показывал. Порядка ляма доната. Наши. У нее есть ССО. Три пакта мы ей добили. Тоже наши. Все, ну, в принципе, неплохо. Ремочка 9, отлично. Водушка тоже отлично. Почему бы и нет. Так, окей. Ну, эти эмблемки бессмысленно открывать. Что у нас там по камням? 114 камней есть, отлично. Поехали. В алтарь. Сейчас так посмотрим, кому 13-м можно сделать. Кто неплохо себя на 13-м скилле показывал. Ну, Бигфут, блин, а почему она его еще не качнула? Однозначно, да. Бигфут, да, Вольт, тыква, да ладно, ну басик, это ужасно просто. Так, Ронин, Афинку тоже надо переводить, портим ей аккаунт. Купчик просто бешеный, дерево. Короче, то чувство, когда дорвался до чужого аккаунта. И сливаешь карты по полной. Так, укротитель ведьмы. Правильно, Рину можно пока пропустить. Ара. Сердцеедка. Некрос, я не знаю. Седнушка, однозначно, да. Башка тоже. Махатмушка, ну куда без нее. В принципе, эти карты нафиг не нужны. Так, Бугич, Роза. Анубис. Дорвались мы до ее аккаунта. Свалин, ну, свалина. Можно пока не трогать. Это все такое. С этими она уже сама разберется. Такс. Череп. А зачем ей второй череп?
Дальше пошел уже гарнизон. В принципе, все. Так, окей. Ну что, истина, ребятушки, поехали. Ебой! Ну что, поздравляю, теперь у тебя есть зефирка. Зефирка, приди, отлично. Ну что, Машка, будешь должна. Такс, где это имбище? Где это имбище, где? Блин, а мы обменяли, я еще не открыл, я уже еще в алтаре героя. Максимум слотов у нубика. Ну, она сама уже откроет ее, прокачает, ладно. Так и быть, не будем сливать ее. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Вот такой вот видосик, трешачок полный. Я знал, что нам хватит именно пыли, чтобы дособирать. Поздравляю. Пишите, ставьте лайки, делайте репосты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.